third place, the bronze medalist, Maya Kramuk, Russia. Завоевала второе место и стала серебряным призером Елизавета Туктамышева, Россия. In the second place, the silver medalist, Елизавета Туктамышева, Россия. Победительницей международных соревнований ИСУ Гран-при по фигурному катанию на коньках 2021 Кубок Ростелеком стала Камила Валиева, Россия. And the winner of ISU Gran-при of figure skating 2021 Ростелеком Cup, Камила Валиева, Russia. Господа, в честь победительницы международных соревнований ИСУ Гран-при по фигурному катанию на коньках 2021 Кубок Ростелеком звучит государственный гимн Российской Федерации. To honor the winners of the ISU Gran-при of figure skating 2021 Ростелеком Cup, please rise for the national anthem of the Russian Federation.
Приветствуем победительницу и призеров. Ladies and gentlemen, these are your medalists.